Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании, и как мы и говорили одно видео назад, точнее через одно видео назад, на нашем стриме пасхальном, кто не смотрел, обязательно посмотрите, там вы для себя много интересного узнаете про Легенды Дракономании и особенно про как вывести нужных драконов, то есть там много было ответов на эти вопросы. И наш новый дракон недели, это дракон Астронавт. Так, я, в принципе, наверное, и приступлю к попытке его получить в ближайшее время. Железное пламя продолжаем также выводить, как и выводили. Комбинация, вот это у нас весна плюс огонь. То есть я продолжаю эту комбинацию. Сейчас, наверное, запущу все-таки еще, сделаю несколько попыток, чтобы вывести нашего легендарного. 44 минуты. Вот этим и прекрасная комбинация с драконами огня, что часто попадаются такие мелкие комбинации. То есть буквально через час я сделаю свою следующую попытку, и это будет хорошо. Больше попыток, больше шанс получить нужного дракона. Так, а потом приступим к выведению дракона Астронавт. Это ртуть плюс саламандра. То есть таких драконов у нас полно. Так, вот это, по-моему, саламандра, если я не ошибаюсь. Дракон саламандра. Давайте качнем его на 16 уровень, потому что, как мы знаем, есть зависимость от уровня дракона и того, насколько больше процент того, что у вас получится вывести нужного вам дракона. То есть вот лучше от 16 уровня и выше использовать драконы для сочетание в комбинациях. Но это не значит, что если у вас дракон там 4 уровня, то у вас точно никогда не получится. Здесь большая доля везения. У меня часто получались драконы и без прокачки там какой-то особенной. Так что это всего лишь повышает шанс на какой-то там небольшой процент. Точных цифр нет. Так, и теперь нам нужно ртуть. Ну вот дракон ртуть. То есть у меня драконов ртуть просто много очень. И с ними проблем нет. Опять же, как вывести, можете посмотреть стримчик, там про ртуть, по-моему, мы отвечали. А сейчас у нас идет акция. Акция у нас по рецептам. И мы достигли уже какой-то рубеж. Давайте перевернем. И, ну, ничего нового здесь у нас нет. Кстати, вот-вот-вот можно... Можно выполнить, это тоже нужно выполнить. Там. Задание клана выполнено. Сейчас мы тоже немножко тут выполним. А то. Кормить драконов. Что насчет кормить драконов, ребята? У нас 195 тысяч, то бишь очень мало. А кормим мы кого? Арктического. Мы не забываем, что у нас цель это прокачать храмы. Прокачать храмы ветра и огня. За это мы задание все выполнили. Нужно сочетать, как говорится, полезное с необходимым. Это нам не надо, это нам не надо. Собрать еду на фермах, это нам пожалуйста. Собираем опять же не всю, вдруг нам попадется еще раз такое же задание. Нет, не попалось. Так, теперь у нас есть темница. И у нас есть колдовские сражения. Хорошо, так, у нас тут кто что просит. О, у меня таких аж 17. Конечно же, мы поделимся с Анной М. Так, кто просит помощи, тот ее получит. Такой у нас девиз. Всем, ребятки, помогайте по возможности. Это всем идет в плюс. Мы в одной команде. Так, что по коллекции? У нас тут что-то там добавилось. Ну, 16. 4 кусочка не хватает до серы. 8 до кутера. Ну, а буна у нас совсем нет. Ладно, давайте дособираем нашу остачу. Поставим на часок. Так, ну что-то у меня даже золотишко как-то немножко копится. Поскольку я там поставил на 2 дня, по-моему, какую-то еду. Частично на некоторых фермах. Так, ну что.
Пойдем выполнять вот эти наши задания в темничку. Давайте на колдовскую сначала сгуляем. Посмотрим, что у нас там есть. Колдовская арена. 16. 607. Давайте мы это очко сольем. Точнее, этот бой. Вот так вот. Осень. Нет, это не осень, это была ночь, по-моему. Во. А сюда можно попробовать пойти нашими дракошками. Ну, замахнемся нашей слабой командой на этот уровень. 40 на 3 звезды. Нет, не пойдем мы сюда слабой командой. Мы пойдем сюда сильной командой. Значит, берем осень и пошли. Так, если вы не нанесли ни одного удара, как вы знаете, то есть можно легко сменить команду и заново сразиться с тем же игроком. Ну, можно, по крайней мере, увидеть первого его дракона, ну и там еще кого-то показывают у нас. Блин, будет прикольно, если это был самый сильный дракон. Точнее, будет ёшкин кот, ребята, надо было идти. Отпугнул меня. Смотрите, на 2 пикселя жизни осталось, но он все-таки выжил. Так, это разберемся без проблем. Блин, ну да, я мог затащить. Мог это затащить вообще легко. Вот этими вот первыми тремя драконами. Оу, легендарная осколочка, это всегда хорошо. Мы всегда этому рады. Сорок первый уровень. Ну что, опять сюда рискнем, ребята, сунуться. Ну здесь, мне кажется, будет непросто. Да, потому что я как минимум 2 дракона знаю, и они все 40 уровня. Так, давай, ягодка, разбирайся с ним. С одного удара завалили фею. Здесь 41-й. Давайте так снова разберемся. Так. Давайте немножко подсольем здоровечко. 2 дракончика пожертвуем. Ну и последний. Выжила. На 1 пиксель осталось. Как? Еще и моего тигра завалило, еще и осталось. Вообще печалька. Так. Ну, мы прошли. То есть слабая команда у нас отыграла. Это такой единственный вопрос, который меня тревожит, когда я захожу в этот бой. Ну а здесь мы. Так. А он подменился? Подождите, это же был другой дракон. Что это происходит? Свистунчик. Но мы его одолели. Так, 62 уровень. Ну, туда лучше не лезть. Может, хоть он там был и один, но... Сами понимаете, эта штука опасная. Так, ну, а сюда нам нужен огонек. Так, ну и вот так. Пойдем раздавать. Так, 33-й. Ни о чем. Тридцать пятый. Ну, кстати, волшебник, да? Которого можно купить в подземелье. Архангел.
на один зубок. Звездная пыль. Этого я не знаю. Таи. Я тоже хочу себе такого. Так, кстати, напомнили мне про Таи. Мне карточки когда? Завтра дадут? Или когда? Так, ну это все. Все мы что хотели сделали. Давайте по поводу карточек, ребятки, глянем же. Точно, точно, точно. А, все? Ну, мне две карточки не хватает, блин. Две карточки. А что такое Посейдон? Что такой крутой? 74 божественная атака. Таи. 74 божественная. Или у них у всех 74 без открытия стихий. Арес. 74. Так, ну, подождите. Чан И. Тоже 74. Хоуи, Чан, Чан, Хоуи, Зевс, Посейдон, Таи, Аид, Арес. Да. Кстати, давайте прочитаем про Таи. Великий дракон Таи, мудрое и могучее существо, наделенное безграничным терпением, которое ему нужно, чтобы обучать хулиганистого дракона Неджа. Кстати, Неджа он у меня есть, да? Ладно, ладно, ладно. С этим тогда тоже разобрались. Так, где пингвин? Пингвин. Вот пингвин. Скатился наш пингвинчик. Так, выполнили мы наше задание. Так, ну это мы сейчас не будем выполнять. Это я себе поставлю. Но мы его тоже сейчас с вами выполнять не будем. Мы переключимся в режим суперский и сделаем еще один боечек. Нам нужно открывать врата. Темное-темное небо. Ладно, пошарашим так. Не успел. Так, куда? Металл. Бьем энергией. Легкотня, ребята. Это у нас был 77-я остановка. Скалахендж. Так. А, стоять, так нам надо сюда идти. Ладно, тогда давайте попробуем еще здесь. Но здесь уже два легендарных дракона Омута, но они слабые. Ну, в смысле, не прокачанные. Промахнулся. Выжил. Но ненадолго. Так, давайте, конечно же, обратимся за помощью. Так, Пики Джемини 50. У нас на первой строчке находится Энда Настя. Глеб, вот его лицо никогда не могу пройти мимо всегда, но попадается мне в глаза. Так, ну что. Там. Сейчас мы еще заглянем, показать надо код. Куда это делся? Так, ну, в общем-то, там мы попросили. Теперь идем к нашему маяку. Код дружбы мой 5B0F59. Так, как добавиться в друзья? Заходим в раздел друзья, нажимаем добавить друга, вписывайте сюда код дружбы. Также не забывайте оставлять свои коды дружбы. Так, и каждый день заходить вот сюда друзьям, всем рассылать вот подарочки. Вот так вот. Один раз в день это можно сделать, и не просто можно, а нужно сделать.
Вот так вот, ребятки. А что мы получаем в подарок? Ну, когда мы просим помощи, нам приходят вот такие вот предложения. Нужно тоже зайти в конвертики и помочь. А когда нам присылают подарки, то вот делаем вот так. Нам могут приходить монетки по 15 тысяч, могут приходить очки портала. Если у вас все забито, вам просто так дают. Еще еда приходит. Еда, очки портала. Вот карточка. Ну, вот такие вот призы, ребятки, бывают. Не забывайте это делать. Ну, на этом все. С вами был Александр. До скорых встреч.